Ну что, давайте в Wargame и Не, закроем ну, тему Хмуда не, третьего. если хотите, конечно. Я не настаиваю. Пошло нормально. Так, ну что? Без сложностей, я думаю, или вы какую-то хотите усложнялочку. Ну, давай по максимальному, может, сложно, нет желания? Не, я готов Ну, ты-то выдохнуть, готов, да? справитесь. Да, Я тоже готов. не, я-то просто максимальная сложность. Здесь надо очень быстро действовать. Здесь вообще нельзя тупить. Прям ни на секунду. Потому что в Либо... первой миссии две задачи, во второй миссии две задачи. И, ну, и меньше артефактов, больше подкреплений, меньше выбора из артефактов. То есть ты выбираешь не один из трех, а один из двух изначально. Пока не возьмешь паттерн на авианосец, этот Guardian, или там защитник какой-то, защитник, охранник, не знаю, ну, который дает как раз плюс один выбор артефактов. Не, как хотите, я могу и десятую влупить, но... Мы долго не выдержим, да? Не, А что ну нет? давайте попробуем. Да А вот я только нет! за... XP modifier плюс 500. Ладно. Ну, не, ну зато если выиграете, нормальный уровень, возьмем десятый. Все, Если вдруг погнали. в тишине. Погнали, да. Так, ну что, варгеймнемся втроем. Да. Давненько я не записывал варгеймы с микрофоном, потому что у меня все в основном, я там с рандомами какими-то играю, по большей части. И далеко не каждый записывает, это хорошая возможность. Ну, попробуем. Турека, да. Начало так себе. Где мое? Где ваше? Мое. Sizable incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly space. Higaran Command suspects there is an incarnate base within this sector. Артефакты я соберу, в принципе. Engage hostile forces and plot a Ой, route а to что-то their base of непривычно. Первая карта operations. другая, я We уже must забыл. find and destroy Привык, them. всегда Они начинаем. разные, одна из трех, да. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Они Command will send an разные. objective soon. Ваша. Node 1 assigned. У меня был, конечно, прикол. Вот в комментариях чувак спрашивал, типа, какие у тебя классные, короче, эффекты лучей. Вот. Да, я видел. Да. Ага. Как это мне? Как мне сделать такие же? Ну, там я ему начал говорить, что я там, с DLSS играю, там, эпик настройки, все дела. Вот. Вот так, кстати, как сейчас работала вот эта Сарум карта? Хорошо? У меня, да. У меня они что-то пролагивало местами. Ну, местами тоже у меня, да, были пролаги. У меня, мне кажется, были пролаги из ОБС больше. Может быть, да. Assault corvette assembly complete. Position marked. Node 2 augmented. Assault corvette assembly complete. Research concluded. Upgrade concluded. Board 1 advance alert. Assault corvette ready. Тут еще секретик есть в этой карте, вот где сверху сейчас опинганула вот эта платформа. Там есть модуль невидимости, если его взорвать, дадут 2000 рублей. Поэтому, ну, сейчас я агрегаты сделаю. Хотя можно я его истребителями подрывал тоже. Да. Не везет мне пока на артефакт, блин, не тут знаю, крышка что. есть. То есть выше Один определенной артефакт точки подобрал. нельзя, вот, посмотреть. Потолок, да. Черт побери, стеклянный потолок, блин. Потолок. Assault Corvette assembly complete. Потолок. Ладно, пойду сейчас 2000.
In position. Так, вот этот чертик ад надо взять кому-то из вас. Assault Corvette ready. Тактический бомбардировщик — это не который штурмовик-бомбардировщик? Ну, это который издалека пуляет, у него уже встроенная невидимость, и он на 20% больше урона, что ли, наносит, что-то такое. То есть, ну, их много лучше не строят, они чисто не дебафуют. Хорошо. Понял. Ну, вся фишка, потому что они дебафуют. Node 2 augmented. Research concluded. Node 1 augmented. Node 2 augmented. Board 1 on location. У меня баг произошел. Ладно. Насколько большой баг? У меня выбрались торпедные фрегаты, а теперь всех, кого я не выделяю, у них ничего не появляется. Они выделяются, но на экране всегда торпедные фрегаты выделены. Какие-то транспорты. Да, их надо еще подорвать. Node 2. Augment. Enemy Corvette active. Threat mark. Caution. Node 1 has significant losses. Node 1 lost. Assault Corvette assembly complete. Production report. Attack frigate ready. Артефакт не рольнуло абсолютно. Не апгрейд истребителей, не апгрейд мультибимов нормально. Ничего не дало, к сожалению. A remnant of the 5th fleet has been found. We need to scan the wreckage for data and life signs. Keep the area clear of enemy vessels until salvage operations are complete. Production report. Attack frigate ready. Enemy fighters attack. Теперь надо вот зачистить арену области. Советую всем сейчас туда идти, потому что там будут сейчас довольно жесткие подкрепления. Чем быстрее мы выполним, тем лучше. В первой миссии прям бывает жестко с этим. Алло, алло? Мы здесь, да. А то я подумал, может, разрыв соединения произошел. Да не, вроде ни единого разрыва теперь. Сначала непонятно, так вообще. Потому что, как иногда, да, вот дают задачу вот эту вот... Во, пошли. Сейчас подкрепление. Подлетайте. Я надеюсь, не снесут сейчас с таким макаром. Не могут снести вообще. Production report. Attack frigate ready. Вы чё встали тут, а? Чё вы здесь трётесь, бандиты? Облететь не могут. Идиоты.
видите уже, какая порнография происходит. Вы прямо. Не говори. То есть, ну просто с нихера 9 фрегат вылетело разных. Просто потому что могут. Не, ну тем не менее, полоска заполняется, самое смешное. Короче, нас всех убьют, но мы пройдем. Походу. Пока похоже на это. Да. Очень даже похоже. У меня вообще ничего нет, кроме контроллера и карьера. Ну давай заполняйся, еще. Давай, ну чуть-чуть. Node 4, augmented. Меня переключились. Больно. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Давайте следующую миссию. Да? Жмем. Пока есть возможность хоть кого-то спасти. У нас даже ноги. Нас порвали, у нас даже гиперокна рваные. Как это сейчас прозвучало? Пошло. Максимально пошло. Звенящая пошлость. Так. Видишь, у меня белый цвет флота. Чистота, непорочность. Я хранил. Похож больше на серый, ну окей. Ну это, кстати, максимально белое, какое можно сделать. Да прям. Что это у нас за карта такая, не помню такое до сих пор. У меня и была такая. Меньше не помню. Ну, тоже где есть важно? Свой секретик. Frigate, move to escort. А, я вспомнил эту карту. Hyperspace signatures detected. Enemies in battle. С тобой, Алекс, играли, и это... Нам сделали больно. Во-во, да. Да, здесь могут. Сделали больно. Node 4, augmented. Здесь могут. Ой-ой-ой. Здесь тоже есть секрет. Вот, короче, вот здесь. И сейчас еще помочь. И вот здесь есть модули невидимости, две штуки. С нижней части этой модули. Если их подорвать, потом полететь слева, вот где такая стена с дыркой, ну, вот где... Attack frigate ready. Там появится тоже вот этот авианосец, как этих холландских рейдеров добиваешь, дают артефакт. Всем тоже есть секрет. Ну, когда, как вот первой миссии, где там три пробки уничтожить, появляется авианосец, ты его убиваешь. Есть такой же принцип. Вместо пробок модуль невидимости. Форма там развлекают пока немножко. Пока мы тут флот наращиваем. A previous expedition was lost in this sector. Ой-о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 й. Mission critical salvage identified in the AO. Это так опасно появились. Да-да. Это самое, да, поганое. Node 2 lost. Слушай, платформа вообще сейчас отстрелили волну. Три платформочки. О, наконец-то на мультибимах. Research concluded. Сейчас помогу тебе. Node 1 augmented. Enemy corvette sighted.
An enemy frigate has been detected. Control reports enemy frigate detected. Production report. Attack frigate bay. Detection alert. Opa. All boards, enemy frigate. Эсминец. Эсминцы лучше не воевать с ними. Просто улетаем. Эсминцы я буду убивать. У меня мультибимы сейчас caution. На это заточил. Один обломок я на подхвачу, окружающие. Остальные надо как-то зачищать. Node 1 augmented. Ой, точно, мне дестройер тут под боком. Ну, улетаем. Я люблю. Caution. Resource controller hull integrity at 75%. Egress combat area. Controller, respond. Warning, resource controller nearing critical. Hull integrity at 25%. Caution, resource controller hull integrity at 75%. Caution, resource controller is under fire. Ставим, блин. Assault corvette ready. Так сняли, да? Зараза. Верните мне. Caution. Resource controller hull integrity at 75%. Yes, там сломали. Alert. Resource controller hull integrity at 50% and falling. Буду сам убивать, хочешь перехватить. Ну, у тебя фрегаты есть, просто фрегаты на дестры не кидай, у меня эти дальнобойные. У меня атакующие хорошо, проблем. Ну, атакующие они... Ну, как это? Штурмовые. Я пока пошел туда секретный авианосец скрывать. Давай. Uh-huh. Секретно, я верну себе. Coordinates verified. Update vector. Assault corvette ready. Неплохо, авианосец у меня сам. An enemy destroyer has been стрелялся. Пойдет. Так. Ага, все. Node 2. Assigned. Alert. Resource controller hull integrity at 50% and falling. Frigate is critical. Systems failing. Node 2. Augmented. Relay. Escort assignment set. Nav point confirmed. Board 1 to active. Вот эти вот захватывать можно с сборщиками. Enemy destroyer closing. Так. Один утиль утащил, я тоже. Полетел за следующим. Супер. Node 1. Augment. Take covering rope. Detection alert. Enemy destroyer. Node 3. Augmented. Alert. All boards. Enemy destroyer. Escort. Enemy destroyer detected. Resource controller ready for operation. Note 2, caution. Heavy losses. Alex, там твой авианосец. Resource controller hull integrity at 50% and falling. Где мои прикаты? Давайте срочно на ремонт. Да-да-да, я тоже уже отправил. Йо.
Нормально, там платформу уже подключили. An enemy destroyer has been detected. Сейчас выживем. Note 2, caution. Heavy losses. Caution. Resource controller hull integrity at 75%. Alert. Resource controller hull integrity at 50% and falling. Что происходит? Что там у вас происходит? Все хорошо. Хорошо, вычинить успели, да, отлично. Спасибо. Я что-то даже не среагировал сразу. Caution. Note 2 has significant losses. Дред, уходи от этих дестров. Не воюй с ними, к нам подходи поближе. Получше. Да, если думаю, как бы... Игнорирую их, просто мимо пролетаю, все, не воюй с ними. Я убью их. У меня фрегаты ваши снаряды заточены. Хорошо. Надо, да, вот эти, зачищать обломки и захватывать. Что-что? Caution. Carrier has been engaged. Caution. Resource controller has been engaged. Да нет, мы его кирили. All boards report. Enemy destroyer closing. Это просто обломки эти, непонятно, там что-то происходит с ними или не происходит. Ну, надо и, да, схватить себе взять обломок. Ну, я вроде как направил ресурсосборщика, но... Ну, а там охрана. Они не пустые. Нужно охрану перебить. Да нет, те, которые после дестров поставились. А после дестров, ну, можно захватить. Да я просто вот направляю, типа, сделай с ними что-то. Что происходит? Ну, правая кнопка. Ну, тащит, вот у тебя один тащит, я вижу. Даже двое у тебя тащит. Тебе просто авианосец, слушай, остановить в этот момент, потому что в движении не хорошо тащит. Engaged by enemy strike. Detection alert. Alert. Frigate is being attacked. Alert. All boards. Enemy destroyer sighted. Enemy destroyer detected. Caution. Resource controller hull integrity at 75%. Node 3. Caution. Heavy losses. Как я забайтил этих дураков. Да, на торпедник, ну-ну-ну. Было хорошо. All boards, report. Это было хорошо. Enemy destroyer closing. И бессмысленное, то есть. Открыть, нет, если не надо, controller hull integrity at 50% and falling. Detection alert. Enemy destroyer. Ладно, вот мелочь отстреливать. Бестеры я все возьму. Fighter production complete. Так. Икс ты заберешь, да? Обломок. Ага. Assault corvette assembly complete. Warning. Resource controller nearing critical. Hull integrity at 25%. Assault corvette ready. There's interference in the sector. Marking locations of note. Alert. Hostile. Move the carrier into position and hold the area to resolve the interference. Detection alert. Enemy corvette. Охрана, тоже ее надо зачистить. Теперь уже... Note 2. Caution. Heavy losses. Note 2. Has been destroyed. Caution. Node 3 has significant losses. Approach open. Initiate docking. Node 3, caution. Heavy losses.
Enemy corvette sighted. Дред, ты зря сейчас это Гестера убиваешь. Нам тут больше помощь нужна. Просто он тут рядом крутился. Ну, фиг с ним, пусть крутится. Они не следуют, они потеряют тебя и все. Если ты с ним не будешь целенаправленно сражаться. Они тебя просто теряют и все. Resource controller hull integrity at 75%. Что ж вы никак не поймете, что я от вас хочу, а? Alert. Resource controller hull integrity at 50% and falling. Ну хоть ресурсосборщики бесплатно. Resource controller ready for operation. Можно отвлекать, так сказать. Disengage. Control. Carrier is on location. Berth cleared for docking. Enemy frigate sighted. Нормально сквозь ледник выстрелы. Пробили. Да. Assault corvette assembly complete. Resource controller ready for operation. An enemy frigate has been detected. Detection alert. All boards, enemy frigate. Так, Дред, ты можешь вот эту ближайшую к себе взять? Вянулся, Opposition марк. Board 5 moving. Начнет захватываться. Warning. Resource control. Follow set route. Блин, а у меня все уничтожили, что ли, фрегаты поддержки? Жаль. Один тебе похилить, я могу выделить. Не-не-не-не, я просто... берег их, и, но не сберег все-таки. Frigate is in position. Caution, carrier has been engaged. Alert, enemy strike craft detected. All boards, strike craft detected. Это Гестра отстреливает тогда. Икс, ты вот этих нижних сможешь? А, все, да, их забайтим, то помогу. Это Дреду помогу, а то у него тут аж 3 Гестра. В окрестности уже, ну, уже минус 1. Есть немножко. Торпедник принес себя в жертву. Она не была напрасной. Caution. Carrier hull at 75%. Caution. Resource controller is under fire. Assault corvette ready. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Уходим. Да, что тут делать? Не, ну можешь, конечно, сейчас начать сидеть, пару минут. Надо. Так, сейчас хороший вопрос, что за миссию дадут Степану. Со Степаном?
с Титаном. А. Вот да, сейчас Степан будет. Все-таки. Степан! Вообще одна из самых сложных, кстати, 50 сложностей. Our mission is to use this facility to ambush the enemy flagship and its escorts. Capture the data spires to draw the enemy off course and into your ambush. Ура, полезный апгрейд дали. Не, мне прям вообще неудачные в основном апгрейды. Мне ионики, блин, всунули. Да-да. Лучевые фрегаты. Но у тебя-то Хейгар, у тебя это нормально. А у меня-то такой миксованный немножко флот. Мне всякой фигни тоже понадавали. Что делать? Ну, хоть там курсы... много лучевые, там, во второй миссии выйду в начале нормальной игры. Так. Board 2 will provide support. Escort required. Board 2 will assist. Note 2 specified. Take covering role. Vector for escort. Такие рыбки, блин. Особенно когда они построение становятся. Ну да, сферы самые эффективные, кстати, для этих штурм. Так еще фрегаты. Как странно, потому что они хоть со всех углов могут атаковать. Hostile corvette detected. Enemy corvette detected. У меня это происходит? Что там у вас происходит? Денег нет. Да выдержите. Ну? Да нет, тут просто артефакты выпали. Увеличить количество фрегатов, увеличить количество перехватчиков. Бабки дайте, на что их построить. Именно так, да. Assault corvette ready. Да, сфера, да. О. Деструйер. Alert. Enemy strike craft detected. Shift to combat acceleration. Production report. Attack frigate ready. Спасибо. Прям очень в тему сейчас. Так, ладно, я к следующему шпилю полетел. Control update. Enemy strike craft sighted. Board 2 engaged. Enemy frigate. Enemy strike craft have closed. Frigate in proximity. Node 1 augmented. Upgrade concluded. Upgrade concluded. Не понял. Note 1, caution. Heavy losses. Assault corvette assembly complete. Node 2, augmented. Node 3, augmented. All boards, strike craft detected. Control update. Enemy strike craft sighted. Alert. Enemy strike craft detected. Ой, дред там сзади нас сейчас появились. Да, да. Production report. Attack frigate ready. Обломок нахрен улетел вообще. За пределы карты.
Тут еще и бывает баг, задания улетают за пределы карты, начинают крутиться, короче, по краю карты. Я как-то скидывал наш Discord. Это вообще дичь. Или бывает задание, короче, застревает в этом, в мегалите, там что-то, допустим, нужно какой-то объект захватить, а он в мегалите застрял, у тебя не может контроллер подлететь. Такая тоже хрень бывает, короче. Ох уж эти гличи. Будь они неладны. Enemy fighters detected. Так, ладно, я подействую. All boards, strike craft detected. Уводи фрегаты, Дред. Ну просто вперед. Course heading verified. Frigate moving. С дестрами я разберусь. Просто помощнее. Побыстрее сейчас все сделаю. У тебя фрегаты быстрые, они сейчас быстро свалят, не потеряешь. Да, вроде у меня самолечится еще. И против дестров в прошлой миссии хорошо себя показали. То есть, ну, они тут у меня не все апгрейды, конечно, так хорошо пошли, но те, которые я сейчас тут набрал, они неплохо так. Даже против дестров. Caution, carrier has been engaged. Fighter assembly complete. Node 3, augmented. Node 3, augmented. Я не detection понял. Alert. All boards. Transferring guidance to docking control. Меня кто-то обманул или что? Что мне сказали? Torpedo frigate completed. Control и его нету. Enemy frigate detected. Caution. Resource controller is under fire. Обманули. An enemy frigate has moved to location. Ой-ой-ой. Caution, node 3 has significant losses. Так, ко мне жара пришла. Да-да-да, сейчас это вижу, сейчас помогаю. Ничего, двигаемся. Тут еще летят, ё-ка. Мое почтение вообще. Внезапно у меня стало больше денег. Note 3, caution, heavy losses. Чем фигат. Нужно, да? Ну так я непривычно. Что есть деньги. Улетай, Хикс, нафиг оттуда. Сейчас помогу. Ёп, запускайте все из ангаров. Я не успел выпустить из ангаров бомберов. Все, меня загасили. О, шайза. All boards, strike craft detected. Печально. Alert, enemy strike craft detected. Да, что-то меня прям быстро забрали. Такое, а? Control. Carrier is on location. Да, что-то два контроллера. Что-то больше не добавляйте. Два респауна тут, короче, как-то да. Control located. Enemy strike craft sighted. Node 3, caution. Heavy losses.
Ё-моё, чё-то тут меня смяли. Нормально. Node 3, lost. Enemy frigate sighted. Nav point confirmed. Board 1 down. Node 2, caution. Heavy losses. Detection alert. All boards, enemy frigate. Enemy corvette attacking board 1. Assault corvette wrecked. Enemy frigate attack. Caution. Carrier has been engaged. Damn. Caution. Node 2 has significant losses. Дред, там сейчас то карьера появится. Да, я понял. Куча мала. Нет, что-то я боюсь, мы тут не справимся. Reposition. Уже. Control reports, enemy frigate detected. Я не ресурсов, ничего Caution. Нету, считаю, порвали. То есть, по сути, Дред, только твои фрегаты сейчас живы, и то Alert. Их ковыряют All потихоньку. Boards. Enemy destroyer sighted. Alert. Carrier hull integrity now 50%. Не думаю, что ты все оттанкуешь, но, конечно, попробуй. Enemy priority alert. Carrier and plasma corvette complete. Systems critical. Caution. Resource yeah. controller taking damage. Warning. Yeah. Carrier hull compromised. 25% and fall. Alert. Frigate is up. Plasma corvette ready. Warning, resource controller nearing critical, hull integrity at 25%. An enemy egress combat area. Controller respond. Plasma corvette ready. Control reports enemy frigate detected. Enemy destroyer engaged. Detection alert. All boards, enemy frigate. Если у тебя что-то осталось еще. Enemy frigate sighted. У меня один торпедный фрегат на последнем издыхании. Наблюдает со стороны. Толки рейд за вами. Неплохо, неплохо. Красавчик. Enemy frigate sighted. Move to mark. Control reports enemy frigate detected. На самом деле, проиграли. Это все потому, что я белый. Resource controller ready for all strike craft have engaged. Потому что вы белые. Enemy frigate attacking board 2. Не-не-не-не. Cease act. Да-да-да, со шпиля не надо уходить. Давай, сами я, я хилю твои фрегаты, как могу. Так, я сейчас попробую все это говно вообще увести за крокарту нахуй. Что у меня? А, убили все-таки. Enemy fighters attack. Достали, сучары. Ничего, ничего. Board 2. Break contact. Слушайте, они пофиксили баг с вылетом за пределы карты. Теперь Board нельзя. Reporting on station. Да ладно. Просто нельзя, да? Не пускает. Break contact. Reposition. Они пофиксили, да. Frigate is in position. Board 2 in position. Что-то. Я сейчас выносит жив вообще. Вот, блин, была бы дипломатия, я бы сейчас Хиггсу бы отдал контроллеров, еще бы сделал. Блин, вот так, такой да, косяк, вот мне... пиздец просто. Да, у меня вот тоже два контроллера сейчас в толпу ну, залетели. Да, но твои контроллеры просто только отвлекать сейчас могут. А, допустим, ты бы подорвал бы нахрен, я тебе подарил бы своих, которые ремонтируют. Сейчас 9 контроллеров, просто фрегат Дреда вообще бессмертными бы сделали и все. Да. Не, ну конечно, если сейчас Дред затащит фрегатами все, это будет
пушкам. Но есть одна проблема, Дрэд, знаешь, в чем? Еще вот этот шпиль надо захватить, а он, как видишь, немного охраняется. Ну, они куда-то прутся, может быть, получится. Угу. Ну, смотри, они куда-то идут, так что, может быть, вон. Ну, ты бочком-бочком, да, ты... тупую. Frigate, egress, combat. А я, давай я их своими ресурс-контроллерами забайчу. Все, они оттуда отвалились, я чуть-чуть крюк сделаю. Пойду проведу я останки старые. Погоди, не надо, Хекс, уводи пока. Еще контроллеры твои пригодятся. А че он контент? Я не понял, че он контент еще? Что там? Почему такое? Странно. Не, ну он номинально твой вообще сейчас, я смотрю. А, все, они на мой авианосец подпёрли, все, я вижу. И погнали наверх. Все, Дред, у тебя есть шанс сейчас вот этот шпиль забрать. Не-не-не, забей на тот. Это баг визуальный, видимо. Ну, забей. То есть, там, где ты? Да-да-да, вот куда я пинг сейчас сделал. Мне надо туда. Понял, да-да-да. Иду. Аж они сейчас на мой авианосец забайтились. Я его пытаюсь куда-то увезти, но... Спасайся! Но стенка не успокоится. Просто такая банда бежит. Развели как лохов, да? Вообще, enemy frigate has intercepted board 2. Не говори. Так, переключились. Board 2. Сейчас я поближе подключу. Не, ребят, не надо переключаться. Ну вот мой авианосец, парни, board не two. Надо. Break contact. Он вкуснее. Носят здесь, вот куда полетели. Red давайте обратно. Летят. Ну, они непонятно, что летят. Нет, это окей, но Mark надо морковки туда перед основкой помахать. Ты застал, куда лететь? Ну, они полетели. Я тоже не понимаю. Возможно, к какому-то спидеру они летят. Но вообще они летят как будто... точку, где можно титан сейчас появиться. Вот это будет самое активное. То есть он либо вот здесь где-то появится, где сейчас толпа, либо он вот здесь появится, где мы начинали. Круто. Здравствуйте. Ну где это, господин титан? Ну-ка. Слава богу, ты пришел. На, где ты? Defend the spires from the incoming hostiles to prevent enemy reinforcements. Тебе повезло. Combat alert. Да, просто чувствую себя счастливчиком. Так, что он делает? Давай, Дред, только ты можешь сейчас его забрать. Я могу сейчас забайтить всех своим торпедником сверху. Короче, он рядом со мной, правильно? Подожди, пока не лети, пожалуйста, туда. Сейчас, да, я забайчу всех. Я специально держал торпедник сверху. Ну, давай. Вот он, вижу. Вот, сейчас. Все, забайтил. Отпустил? Не-не-не-не, он только начинает стрелять, он сверху находится. Да. Начинай атакуй. Они вот, там все вот, пока жопи мира. Все, начинай, да, можешь начинать. Нет, начинай. Как все. Если соберется толпа, просто Z прожмешь навык и все. И дефоний. Так.
Поехали. Эй. Так, не, не пофиг, сейчас на шпиле насрать, надо Титана убить. Это единственное, что сейчас важно. Шпили сейчас не нужны. Абсолютно. Бля, клёво они так его окружили. Так, вижу, сейчас захилим. У тебя 45 тысяч, неплохо. Combat alert. У тебя, короче, фрегат пережил его какой-то его этот залп. Ионный. Uh-huh. Снос носовой пушки. Еще и выжил. Еще и хилит. Сейчас я его еще дохилил. Двумя контроллерами. Стреляйте, ребят, стреляйте. Что происходит? Он куда-то полетел, он полетел. Он походу к другу, к друзьям полетел. Вот это плохо. Да. Понял, типа, что что-то его кинули, походу, пацаны. Нет, передумал. Нет, я сам. Что, я не пацан, что ли? Наблюдать за тупостью и игры в третьей полуке, это вообще какое-то. Ко мне друзья прилетели. Так, прячемся. Пятьдесят секунд. Что-то как-то вообще он не коцается или очень медленно коцается, не понимаю. Коцай, коцай. Я сейчас попробую мультибимов отстроить и тебе помочь. Там у меня три обломка вкусных есть. Сейчас попробую. Вот тут еще и ресурсы есть. Дамочка. Так, это в кого-то? Ага, ты в этого. Окей, сейчас хилим, 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 хилим. Успеть похилить, успеть. Сейчас я помогу. Тебе главное сейчас тупо не, про... не терять фрегаты. Да-да. Я пока отпиливаю тех, которые разряжаются. Ой, черт. Ну вот там подмога прилетела. Да-да-да, волна говна. Что-то не знаю, вот оно. Не стреляет так, как надо. У меня есть подозрение, что. А что это такое? Что это за графические артефакты такие забавные? Не знаю. У меня тут... вот это вот шлейфка от него такая. Да. У меня тоже был там мясорубок. Да, вот действительно, да, я тоже вижу. Был такой шлейф, ну-ну-ну. Дым полусиний. Да, 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 да. Четко шлейф. Полусиний. Ебать! Их 19 гестров. Я думаю, что тут как-то не очень. И у меня такое ощущение, что где-то там порезалось дальности фрегатов, и они, да, пока он движется, они не успевают по нему просто. Да, 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 да. Не, почему? А у тебя успевают они. Но... просто они бьют слабовато. Ну вообще, блин, неплохо с ним. Аж КП снимается, но, блин, 19 гестров. Конечно, жопа. Да, ну фрегат, чё. Подождите, у меня еще есть один торпедный фрегат. Может, мы сейчас его издалека будем потихоньку коцать. Даже самому смешно, да? У меня последний остался. А вдруг они затупят и не загрятся на него? Ну, было бы хорошо, конечно. Не совсем реалистично. Перепутай немножко. Его, давай его похилю. Просто такая.
последний остаться в живых. Отчаянный псих. Блин, 20 уже бед. Пропал, сволочь. Теперь мы не видим, куда стрелять. Он скрылся. Ну, вернуться. У меня есть план, короче, вот. Сейчас я полечу, попробую к обломкам, где мы там кучу гестров я настрелял, там должны остаться обломки. Сейчас, если я пособираю, настрою мультилучевых, ну, в принципе, есть шанс вообще выиграть. Такой очень призрачный, но есть. Ну, давай. Да, и я тут сижу, у меня 6,5. Я сейчас пингану, вот примерно вот сюда надо лететь, Икс. Ты тоже туда лети сейчас. Как, блин, деньги не передать? Да, вот это прям не деньги, не юнитов, это прям косяк. Что у вас происходит? О, мультибимный фрегат внезапно еще живой. Не, ну не живой, он построился. Я это набомжевал, так сказать. Так, у меня сейчас есть просто план, я заберу один шпиль, они сейчас на него все забайтятся. В идеале, я надеюсь. Мы нанесем удар возмездия, да? Да, и мы нанесем удар возмездия. И возмездие тоже. Я это самое. Я сейчас команде скажу, чтобы они почувствовали силу, и он, как Люк Скайуокер, прицелится в слабое место и взорвет эту звезду смерти. Я думал, силу Земли, но хорошо. Сила космоса тоже хорошо. Люк, use the force. Выключай навигационные приборы. Да-да-да. Включай, сейчас врежешься. Не тот джедай, которого вы ждали, но которого вы заслуживаете. Эпка, посмотри, что тут за облака белокривые лошадки, блин. Все так и стоит орком свети. Короче, у меня мультибим летит. Пробить их. Так, вот где там эти обломки? Я хочу обломки. Ай, не надо тут подкрепление, ребят, не надо. Обломки дайте и разойди. А какой комбат алерт? Не надо комбат алерт. Ну, музыка спокойно заиграла. Сейчас у нас что-то другое заиграет. Я бы даже сказал, взыграет. Блин, а где обломки? Серьезно, я вот здесь. Во-во-во-во, полетела. Шляпа. Если бы тут еще был какой-то ограниченный контингент, так это постоянно респавнится все дело. Эм, а откуда у меня ресурсы? Я вроде ничего не добывал сейчас. Не понял. Ой, они куда-то наверх полетели. Ладно, хорошо, я не буду им мешать. Пускай... Не-не-не, летите наверх. Не надо мой мультибим. Не надо, он не хотел. Они вообще шутил микрофон. Он вообще пассив. Как бы. Я, пожалуй, спрячусь за ту сторону. Да-да-да, луны. Бедный мультибим. О, они отстали, что ли? Мультихил на мультибим. Mm-hmm.
Короче, пошел геймплей, пошло микро. Пошло микро, в лучших традициях. А дал мы тебе не скавали. Титан, можно тебя увидеть? Все, спасибо. О, увиделся. Да. Я не хочу многого, я хочу просто увидеть. Так, давай залп сначала разрядим. Не, да. Какой. Сейчас. Ну не тупи, друг, не надо, все. Побыл в пассиве, станем в агрессиве. Все, 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 все хорошо. Так, надо сборщика подставлять специально. Блин, не надо. Надо хилить. Судя по тому, как летают эти энергетические снаряды, оно... Они что-то пиздец точные, да. Это какая-то какое-то наследие из катаклизма. Да-да-да. Так, ну. Что я могу сказать? По-моему, все. По-моему, все, да. Ну, мы пытались, ладно. Сейчас, ладно, ведем карьер на съедение тогда. Давай, Хикс. Последний торпедянин. От диверсантов. Ну, кстати, да. Кстати, сейчас торпу можно реально попробовать. Если сейчас... Слушай. Смотри, можно как сделать. Я сборщика... Ты можешь выцеливать сборщиками, а я буду стрелять. Да-да-да-да-да. Во-во-во, давай. Я его в ту сторону веду, он отворачивается почему-то. Все, ладно, я сборщиками его палю, короче, подставляю, он сейчас на них тоже попадается. Пошла атака. Да-да-да. Торпедный. Use the force. Ну, конечно, да, это издалека. Не мультфильм, но... Но ко мне уже летят, я смотрю. Ну, я к тебе пришлю сейчас. Ой, летят. Летят, но не. Ну, хорошо, нормально. Так ты снимаешь, блин, а? Блин, а? Обыдно, уходи. Нет, хотя куда уходить? Корвету убьют, блин, не успею. Я сейчас убьет, да. Черт побери. Пиздец. Блин, это прям на он выжил вообще на той никого. Ну ладно, окей. Кэрриер лучше на съедение отдаю. Если бы твой торпедянин еще бы, когда эти атак фрегаты кружили бы Титан, он бы, может, наверное, и снял бы на самом деле. Да, он подстреливал, когда твои там эти, он сверху стрелял. Просто я смотрю, тут такие реально, он начал стрелять торпедами, так вообще просто покоцало по-страшному. Честно, я тоже удивлен, потому что до этого стрелял, и мне казалось, что не особо. У меня такое ощущение, что мои штурмовые фрегаты что-то как-то вообще ни хрена не стреляли. Такое ощущение, что скорее это действительно ты накоцал. Вот. Ну и по нынешнему результату. В общем, какая-то яичный баг. Угу. Неприятно. Счастье было, ну, так возможно. Да. Так близко, но так далеко. Ну, мне понравилось, интересно зато. Да. Не, просто мне лично вообще артефакты прям очень плохие попались, на удивление. То есть обычно я 10-ю сложность гораздо проще прохожу. А то мне тоже очень не повезло прям с артефактами, мне очень сильно. Что это? Дискотека, Мария. Я рассмотри. 35 дестров. 35. 35 дестров, да. Да, это как 35 уровень, но 35 дестров, да. Ага, отлично.
Прикольно, да. Получилось. Усел. Довольно редко вижу эту надпись на гейме. Ну, два уровня прокачалось у меня все равно. 13 и 14 написано. Ну, а мы, по сути, выполнили все задачи, кроме уничтожить Титана. То есть за каждую задачу дают как раз прокачку. То есть мы выполнили две задачи в первой, две задачи во второй, и вот одну задачу в третьей, вот эти шпили заплатить. Вот так. Понятно. Ну, в таком варианте это даже весело. Не, на 10-й сложности, да, варгейм очень прикольный, но он очень зависим от кому что нараляет. То есть, вот, допустим, вот за экспериментальный флот, который я сейчас сыграл, нужно брать два паттерна очень важные. То есть можно отказаться от корветов, то есть ты просто делаешь истребителей, берешь превосходство, ну, супериорити, и берешь к ним еще Доминион. Доминион нам дает 25... Ну, во-первых, что дает Superiority? Она дает 200% ХП и урона, но понижает скорость по 33. То есть это становится там супер, короче, сумасшедшие вообще убийцы и истребители. То есть их хрен убьешь. И они очень жестко раздамажат. Плюс еще у них активный перк есть, который еще больше урона дает. То есть они просто в сфере, они там... секунд за 15 просто дестер убивают. Вообще без шансов. Я уже молчу там про что поменьше. Вот. И вот этот Доминион дает им 25% радиус вот этого луча основного оружия и 10% еще радиус обзора. И это может стакаться. То есть ты можешь там, если нараляет там тебе их 3-4 штуки этих, мне как-то я брал штуки 3 даже, то есть это уже 75%, ты просто их делаешь сферой вокруг своего авианосца, и все, что к нему подлетает, они просто все на подлете сбивают. Там все файтеры, там корветы, там фрегаты даже, то есть там вообще без шансов. То есть мимо пролетаешь, там можно и дестеру укокошить таким макаром, то есть там все ресурсы тратятся только если там сбили случайно. Ну и там еще у них хороший есть артефакт Eternity, там бесконечность, то есть им дает 33% ХП, то есть у них становится по 2000 ХП у истребителя, вот этого лучевого. Они, плюс еще саморемонт, и вот это вот, если на дальность взять, то это вообще, конечно, они прям очень жесткие. И на вот мультилучевые фрегаты берешь огневую поддержку, fire support. То есть им дает 100% радиуса, но уменьшает скорострельность. И дальше уже там идут все три апгрейда. Там, там что-то сначала 7, 70, по-моему, 5 урона, но урезает, по-моему, здоровье, что ли. Это самый такой жесткий. Второй там что-то, по-моему, на 33, что ли, урон. Нет, по-моему, на 3, что-то там... А, на 25 урона, но еще что-то там урезает, там, по-моему, тоже... типа частоту огня, но это все хрень, то есть как бы это сильно не влияет прям, то есть и третий еще 33% радиус стрела добавляет, то есть мало того, что сотка, так еще можно стакать вот по 33%, то есть они вообще там становятся, ты становишься в центр карты и ты просто снайперишь вообще все на подлете. То есть они убивают там даже мелочь, даже файтеры, корветы. То есть они точно, у них точность, как вот у уранских этих фрегатов в катаклизме. У них прям точно такая же точность. То есть они прям очень хорошо по мелочи даже стреляют. Вот. Но на еще большем рейнже. То есть вот эти вот две ветки, если взять, то есть на истребителя и на мультилучевой, все, это просто рвет все. Комбинация, то есть у меня там постоянно киллстаты там под 300, там под 500 убитых вражеских кораблей, а я построил я там юнитов там очень мало, то есть ну и в идеале, если дают там плюс там 10 истребителей лимит, или плюс там 5 фрегатов, но минус там 5 корветов, минус 5 истребителей, это тоже надо брать. То есть у меня получалось там брать 2 по 5 фрегатов, то есть уже их становится, ну, изначально 8, а 2 по 5 становится 18. То есть ты просто две стенки по 9 делаешь, и ты ими можешь там попеременно там, в разные стороны работать.
То есть там, допустим, одна стенка на 9, там, допустим, Дестер бьет, вторая стенка на 9, допустим, бьет там фрегата там с мелочью и с другой стороны. То есть и прямо это очень жестко получается. То есть на моих видео можно посмотреть, как это я примерно проворачиваю. Да, дорогие товарищи, заходите на канал Алекса, там увидите. Но сегодня не заролял, сегодня мы да, на краешке постарались, но не хватило. Чуть-чуть, да. Но это было прикольно, мне понравилось. Вот такие, на самом деле, очень, очень редкие прям да. бывают партии. Повторим? Давай. Ну, можно, но не сегодня. Все уже, да? Не, я, наверное, да. Окей. У меня уже два часа, я что-то уже... Ну, хотя, если минут на 5 перерыв... Да, сделать, давайте перерыв, конечно, сделаем. Давайте, да. На 5-10 минут тогда можно повторить, в принципе. Давай. Да. За пол. Давайте, да. Так, ну что же, еще один раз, да? Да, попытка номер 2 пройти. 10-я сложная сторона. Сейчас я только свет какой-нибудь поставлю себе. Белое не носить, да? Обтягивающий не надевать. Буду голубым. Как луна. Да. Ну как? Борис Моисеева, ну. Бориска. Давай. Оп. Эмблема, сейчас, секунду. А, еще же не все на цвета. Платформенный флит, флот это инкарнатовский, да? Да, инкарнатовский. Эксперимент... Но не советую. Экспериментальный тоже, да? Экспериментальный, да. Но он смешанный. Там есть и хейгарские. Там есть хейгарский ионник и хейгарский фрегат поддержки. И есть, да. Есть за артефакт можно открыть вот этот лучевой штурмовой фрегат Бимасол. Uh-huh. И плюс еще можно открыть вот эти вот тяжелые фрегаты подавления, но минус в чем? Их, короче, на них нету вот их персональных вот этих паттернов, апгрейдов, короче, то есть экспериментальный флот почему-то не дают их. Uh-huh. Но зато дают апгрейды на вот этот вот лучевой штурмовой фрегат. То есть там есть и берсерк, или там вот этот защитник. Вот, то есть да. Любой можно взять, какой выпадет, а на подавление нет. То есть там только действует общий там апгрейд эти инкарнатовские, фрегатовские. Понятно. Там, поехали. Let's go. Let's go, my little friends. Так. Ну, попробуем наролять хороший артефакт. Его опять открыть. Что ж такое? Опять это как? Sizable incarnate forces incoming. They are pushing further into friendly space. Hagar and Command suspects there is an incarnate base within this sector. Position. Engage hostile forces and plot a route to their base of operations. We must find and destroy this base. Enemy forces arriving shortly. Begin resourcing operations immediately. Command will send an objective soon.
руку. Я переиграл, по-моему, мобайл начинает тянуть. Выбирать юнит и тянуть от него стрелочку движения. Alert. Enemy starcraft detected. Понял. Профдеформация вот такая. Типа того, да. Research concluded. Fighter production complete. Caution, Node 3 has significant losses. Incoming hyperspace signatures detected. Ready for attack. Node 2, caution, heavy losses. Похуже, чем мультибимы. В принципе, тоже конкурентоспособные. Alert. Hostile corvette detected. Enemy corvette detected. Да что за хрень, я не понял. Что происходит? У меня построено уже два ресурс-коллектора и торпедный фрегат, но пока еще никто не вылез. Даже они в доках, может, случайно закрыли? Точно, они в доках. Чертовски прав. Такое открытие. Я же сам переключил на это самое. Оставаться в доках. Detection alert. Enemy corvette. Combat alert. Схемы всякие для разведчиков, на штурмовых разведчиков это не действует? Действует. Действует, да? Да-да-да. Штурмовые разведчики очень сильные, на самом деле. A remnant of the fifth fleet has been found. С рейнджером. We need to scan the wreckage for data and life signs. То есть, первая арена сначала. Keep the area clear of enemy vessels until salvage operations are complete. Сразу начнем зачищать. Node 1 assigned. Так, кому-то из вас надо вот это вот. Модуль невидимости подорвать. Какой где? Сверху. Понял. Бинганул. Понял. Я пока, да, это... Я тогда торпедники пошлю. Только аккуратно, они... Их могут платформы отстрелить очень хорошо. Я уже так пару раз терял. Node 2 has significant losses. Node 3, caution, heavy losses. Node 3, lost. Detection alert, enemy corvette. Yeah. Route set, begin. Node 2, caution. Heavy прикольно, они стреляют, но патрон не долетает. А, нет, долетает, еще как долетает. Че до меня такой напрягат остался. А че так не. А че не прорисовывается то, что не долетает? Так, мне тут помочь? Немножко. Икс, иди помогай. Production report. Attack frigate. Да чем я сейчас наверху там. Plasma corvette ready. Research сейчас concluded. Просто отстреливаю эту самую. Генератор не маскировки. Да не, я справился. Enemy corvette detected. Alert. Hostile corvette detected. Ой,
что-то. Control. Carrier is on the production report. Attack frigate ready. Alert. Так, с генератором покончено. Plasma corvette complete. Vector for escort. Vector set. Strike craft accelerate. Ord 1. Passive tactics only. Production break. Contact. Exit area. Plasma corvette complete. Plasma corvette ready. Sensor alert. Enemy turret detected. Research concluded. Мне надо помочь, парни, вы чё? Да, я к тебе подлетаю. Немножко надо бы, да. Идём. Node 1, augmented. У меня фрегаты стоят, но мелочь надо отстрелить. Node 2, assigned. И артефакт надо будет на кому пустить. Carry. Corvette flagged. Engage. Caution. Resource controller hull integrity at 75%. Caution. Node 2 has significant... High-value hostile transports are moving into system. Intercept and destroy before they can hyperspace out. Caution. Resource. Enemy transports will soon arrive at the marked locations. They must not be allowed to escape. Production report. Attack frigate ready. Node 2, caution. Heavy losses. Интересно, конечно, мультибима и ионика одинаковые способности. Но... Enemy turret. Ионика исследования стоит 800, а мультибима 500. Alert. Resource controller hull integrity at 50%. Способность один в один вообще. Что-то у меня торпедики куда-то растворились, я не понял. Attack frigate ready. Caution. Carrier has been engaged. Enemy strike craft engaging for... Node 2. Strike craft have engaged. Спортаем. Хотят сбежать от нас. Node 1. Augmented. Торпедников Хиггс это... Перк он просто... Вкл-выкл. Enemy fighters attacking. Hostile strike craft engaging board one. Когда тебе нужно убежать, лучше выключать. Да, я так и делаю. Просто я не понял, они вроде были и вдруг их нету. Board one escort. Caution. No two has to. Никогда такого losses. Не было. Вот опять, да. Ну. Alert. Enemy carrier engaging our forces. Splash 1. Coming around. That looks stuck. Node 2 has been destroyed. Node 1. Augmented. Shift target. Да не так близко. Дай поближе посмотреть. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Ехали нахер отсюда. Да. Поддерживаем.
непривычно через Эволу играть, так в принципе неплохо. Не такие, конечно, дальнобойные, как в Эволу. В целом неплохо дамажит. О, здесь тоже есть секретик. Здесь сейчас я покажу, если найду. Эти мне гиперокна все съехали. Enemy vessels will be closing in on our location. Gather available resources and stand by for an objective from command. Окей. Hyperspace signatures detected. Enemies inbound. Prepare for attack. Node 1 augmented. Блин, а как назло дают мне на мультибим. Нужный апгрейд, но уже все. Я тут. Combat alert. Вот, смотрите, что нашел. New position confirmed. Это вот один из секретов. Че, не один, а единственный секрет этой карты. Mm-hmm. Подозрительный астероид. Подозрительный. Очень подозрительный, да? Ну, он причем спаунится по-разному. Он может здесь, ну, с левой стороны появиться, может с правой. Сейчас его уничтожаешь, и ну, вот этот вот ящик с артефактом появится. We cannot allow hostile forces to control this data spire. Take it back. Его подбираешь, и плюс артефакт. Ну, наконец-то, истребителя нужно. Note 2 specified. Fighter production complete. Я очень хотят предложить. Node 1, caution. Heavy losses. И фрегат. Enemy corvette sighted. Кредит, микрозайт. Caution. Resource controller is under fire. Апгрейды. Enemy corvette detected. Понял. Caution. Carrier has been engaged. Да. Это тут еще есть какая-нибудь? Так, нам надо шпиль захватить, да, в другом конце карты, так что потихоньку подтягивайтесь тоже. Там он хорошо охраняется, там куча фрегатов. Detection alert. Enemy corvette. Upgrade. Conclude control. Carrier holding position. Missile frigate is combat ready. Alert, hostile corvette detected. Assault corvette ready. Vector set. Strike craft accelerate. Как там изменить сверху, да? А я сейчас займусь. Follow set route. Caution, resource controller hull integrity at 75%.
Node 4. Specified. Вот сейчас с файтером на рейндж взял. Апгрейд. Сейчас. Сейчас покажу, как он работает. Ну, то есть они просто из-за препятствия не могут что-то достать. Сам факт. Node 3, caution, heavy losses. Shift to combat acceleration. Assault Corvette ready. Enemy fighters detected. All boards. Board 2, reporting on station. Assault Corvette assembly complete. Controller. Node 4. А я подожди, не понял, а ты за кого играешь? За инкарнатов? А откуда у тебя хигарские эти ионики? Ну вот я и говорю, у них смешанный флот. Понял, понял, да, все, я вспомнил. И свои. Alert. Enemy strike craft detected. Control update. В этом-то и прикол. Board 1 alert. Enemy destroyer closing. Ну, фишка флот такая, то что смешанный. Node 1 specified. Caution. Enemy Corvette engaging board 1. Caution. Node 3 has significant losses. Все апгрейды мне его не кидают. Ничего не сделаешь. Ну, как бы, либо штурмовой destroyed. Авианосец, который бесполезный абсолютно. Самый мусорный вообще апгрейд. Либо is combat ready. На иоников что-то. Ой, пусть будут ионики. Причем лимит не предлагает расширить. Ни истребители, ни фрегат. Он может все... почти все. Вот здесь еще есть артефакт. Тоже будет взять кем-то. Попробую подлететь. Frigate is critical. Systems failing. Alert. Carrier hull integrity now 50%. Так, Хипс поаккуратнее, авианосцам, правда, не влетать, там много мультибимов очень у них. Надо сначала все отстрелить, там еще и платформа. Тут поаккуратнее, не подставляйся зря. Caution, carrier has been engaged. Control. Attack alert. Node 1, caution. Heavy losses. Warning. Carrier hull compromised. 25% and falling. Upgrade concluded. Так, Дред, ты там чё? Да, у меня все плохо. Ну чё ж ты молчишь? Что у тебя все плохо? Systems alert. Ну? Frigate has heavy damage. А, у тебя сейчас авианосец вынесут. А чё нет, это... Блин. Да я не понял вначале, чё вообще происходит. А тут такое, блин. А он не появится у него, если сейчас мы пройдем миссию? Нет. Мы же на максимально играем. Там, начиная уже с, начиная с четвертой сложности, уже ни у кого ничего не появляется. Ну да, конечно, надо бы вообще сказать, что пацаны, у меня пиздоса. Помогайте. Да затупил уже. Мне, в принципе, лучше, да, на стартовой локации не оставаться надолго.
потому что там начинают накидываться. Ну да, эти как бы артефакты начинают как. Артефакты спужили голову, да? Да, эти случайные артефакты, они, то есть, как бы у меня память из прошлой игры, я там, что у меня попался этот апгрейд на. На штурмовые фрегаты, которые там самовосстанавливающие, что им помогало в прошлой игре. И как бы тут тоже у них начинаешь развиваться, а потом типа вот тебе говорят, да не, смотри, тут такие клевые ракеты, ты такой начинаешь тыкаться в них, а у тебя еще память от прошлой игры остается, в общем-то, так. А ни хрена не меняется, в общем-то, и, собственно, нет. We need to capture the control nodes to restore power to this progenitor structure. Send one of your capture capable ships to collect it and escort it to safety. Есть. Ну и что теперь делать? Получается вдвоем как-то пытаться что-то делать. А тебе вообще все разнесли, да, Дред? Ну да. Это думал, у меня отключилось. Там этот. Ну смотри, Хикс, вот эти модули надо тебе захватывать с этими контроллерами. Потому что мне надо для этого исследовать корветы захвата и по два корвета на каждый модуль. Короче, это очень затратно. А у тебя контроллеры бесплатные. Поэтому. Я тебя прикрою от всего говна, но захватываешь ты. Держись рядом с моим авианосцем. Я сейчас как раз лечу, да, в сторону этих. Что-то много гестров. Что он стоит вообще? Я его послал. Обиделся, что ли, что я его послал? Так, вот я один модуль перетащил. Я
Конечно, никто никого не слушается, что происходит. Тяжело тут контролить, потому что непонятно, что происходит. Еще коробка притормаживает. Да-да-да. Упаковывай, да. Нога плетет. Все запускаем. Еще вот так верхний петухушку как-то в облет может после того как верхнюю возьмешь можно вот эти попробовать где я думаю лучше так. Я не пойму, куда они тащат вообще. Ну, в ячейке они просто... А, понял. Пристыковывают туда. Всё. Сейчас последний остался. Я держусь нормально. Там как держится как-то более-менее. Что-то меня поперло так. Мы убегаем. Раз, два, три. Семь дестров в вашем направлении движется. Окей. Пускаем. Восемь. Я быстро, я убегу. Фрегаты все подстрелять. Там еще один вылез. Примерно такая тактика, да, надо все время убегать тихонько, на месте не стоять, когда все получается. Да на ёпарасы ты. Так, ну я их вроде на себя отманивал, эти флажоны. Должны быть возможности.
охуевывает последнюю. Давай. Не, нормально, я откажу, отстреливаюсь. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Идем? Да. По полю вдвоем. Да, уж я даже не знаю теперь, что делать. Ну, превозмогать? Давай попробуем, посмотрим, что за миссия. Если с тремя точками, ну вот этот с демки, который наш любимый, в принципе, мы ее вдвоем можем стащить. А вот остальные две сложновато. Ну, хотя с этим... О, отлично. Это тоже можно вдвоем попробовать затащить. We can launch ambushes from below. Новенькая. Enemy carriers identified. Engage on site. Видел эту миссию? Никогда. Да. Сейчас не посмотришь. Я один раз, по-моему, видел. Ну, мы с Хиггсом, да, мы с Хиггсом играли, я вспомнил. Он знает, что это за миссия. Да. Это я помню. У меня есть. Сейчас увидишь тогда. Secure and establish a foothold above the nebula. Resistance expected. Где сейчас мазершип, да, будет? Распределил. Да-да-да. А, извиняюсь, что-то я это сам не подумал. Упс, случился спойлер. Если бы тут еще можно было заказать этот... Керриер от того, что ты нафармил какие-то ресурсы. Ничего ж нельзя. Да. То есть ребята не додумали со всех сторон. Не додумали, что делать, если потерян авианосец. Не додумали. Изначально не додумали, что будет, если потерян коллектор. Нет, что если потерян коллектор, они как раз додумали, типа, они бесплатные, терять сколько. Вот-вот, да-да-да. В начале же было проблема. В начале, да, он 500 рублей стоил, как бы, да, терять было нежелательно, мягко говоря. Да, хер это бывает, только у вас ресурсы выбирают. Так и хочется сказать, какие же они тупорылые, а? Есть такое. Ну, как бы для меня захватывать мазершип выгодно, потому что он мне даст иоников, которым у меня прогрейшенные. Вот. С одной стороны, с другой стороны, невыгодно, хочется побыстрее закончить.
area's destroyed. A hostile battle group is exiting hyperspace. Авианосец пойдет. За моих полетел авианосцем. Конечно, захватить мы за шип, поиграть в Tower Defense, но не хочется. Втроем прикольно, вот, конечно, да. Вдвоем не так. Ну ничего, технически прошли втроем. На самом деле. Технически, да. Да. Брэд все-таки был с нами и получил весь опыт на свой аккаунт. Что-то даже открылось. У меня 17-й сейчас получается. Ого, неплохо. Что, проапгрейдился? Да. У тебя какой сейчас дред? 15-й. 15-й? Ну нормально, по 3 уровня вам сыпануло. Прикольно. Да. Ну да, в этом плане выгодно играть, конечно, максималку. Пустить себе этот плод, но сложно. Ну то интересно, весело хоть. Хотя не, бы... это прям хардкорный режим. То есть, да, вот единственное, в чем наша прям ошибка была, вот то, что Дред там, да, застрял на старте. Да, я уже начал что-то подделывать. Сражался, да, с дестерами, это не надо. Наоборот, здесь надо от них бежать как можно быстрее. И делать, ну, задачи, миссии, быстро их сваливать, и все. Втроем, если это все делать, это довольно быстро все проходится, и без особых потерь.
Ну да, да. Ну, я думаю, на сегодня с меня хватит хумол до третьего. Ну да, с меня тоже. Да, хочется, если мы хотим продолжать, надо что-то более активное. Не, я спать. Меня хватит. Я готов, да, продолжать принять горизонтальное положение. Отличный план. Ладно, тогда сделаем отбивочку. Спасибо, дорогие товарищи, что смотрели. Лайки, подписки, шары. Вам это приятно, нам это полезно. В общем-то, подписывайтесь на канал Алекса Туфоксича. Он там и Хумол 3, и Хумол 2 изучает, и Хумол с катаклизмом тоже видал по-всякому. Вот. Видал по-всякому, не помню. Да, подписывайтесь на канал Хиксо, он тут гоняет дроидов в последнее время и... Получает 18+ на видео. Да-да-да. Делает всякие имперские штуки. Вот. Ну и на меня, собственно. Ладушки, на этом все. Выключаюсь. Так.